Конкурс на лучшую килин прошел в Кызылординской области. За первое место боролись 11 невесток со всех сел Жалагашского района. Перед молодыми женщинами стояла непростая задача. Они демонстрировали гостям и жюри мастерство в приготовлении национальных блюд и знание казахских традиций и обычаев. А еще доказывали, что молодые и современные казахстанки с легкостью справляются с рукоделием. Им под силу создать подушки, головные уборы и даже ковры ручной работы. Поддержали мероприятие члены партии «Аманат». В современном стремительно меняющемся мире важно сохранять национальные традиции. Чаще употреблять пищу домашнюю, а не фастфуд. Использовать натуральные ткани. Казахская келин должна уметь все. Мы хранительницы домашнего очага. Важно передавать молодежи казахские обычаи. Наши национальные ценности должны передаваться будущему поколению. Они обязаны знать и чтить все традиции. Такие мероприятия нужны для общества.